Мы намного перебросали соперника. Намного перебросали. И владели территорией. Вроде шайба больше у нас была. Но, как я считаю, главный показатель в хоккее – созданный момент. Здесь приблизительно равенство. У нас там на два момента мы побольше всего создали. Команда соперника. Ну, там есть мастеровитые ребята. Мне муж, наверное, кажется, мне кажется, там Кудак совсем с поля не уходил. Молодец, он катался без перерыва. Наш защитник Камиль, который также должен был играть, вот не может играть, его заменить не может другой защитник. И провалы колоссальные в обороне у нас появлялись. Из-за того, что не хватает вот такого лидера-защитника, травму у нас получил. Ну вот, в принципе, и все. Ну, Абулит, вы понимаете, тут страшное дело. Я посмотрел там, кто бьет Булита у них. Мастера один лучше другого. Сашка нас подтащил. Честь ему и хвала. Ну, Тарафа забил, поэтому. Но только поэтому мы ведем 1-0 себе. Повели. Тяжелая игра. Очень тяжело входили в игру мы. Перерыв, я думаю, тоже сказался. Мы закончили серию достаточно давно. Вот. Мы оказались немножко не готовы мы к тому движению, которое предложил соперник нам, к тем скоростям. Поэтому полностью провалили первый период. Тяжело выкарабкались во втором. Ну, по движению сегодня проиграли просто мы всю игру. Поэтому результат закономерен, считаю. Вопросы? Габой, специалист, вопрос. То, что команды последний раз друг против друга официально играли в 2012 году, это плюс для игр плей-офф или минус? Это, ну, то чемпионат единственный был. 2 года играли мы Запад-Восток, пересекались. Конечно, интересно играть с командами с Востока, немножко другой хоккей. Вот. Плюс или минус? Наверное, минус, потому что если бы мы были, друг друга знали, наверное, хоккей был немножко бы другой. Хотя на стадии полуфиналов уже пересекаемся, тоже, наверное, неплохо. Не знаю, тут трудно говорить. Сейчас ответить на этот вопрос я так пока скажу. Спасибо, Александр Ильич. Я одно скажу. С Северсталью мы всегда пересекаемся в Адлере. Каждый год. Хорошо друг друга знаем. Футбол играем. Да, смотрим друг на друга. Поэтому все хорошо в этом плане, я думаю. Футбол мы регулярно играем летом.